важная тема по поводу целеполагания, желаний и вероятности их сбываемости. Поскольку кто-то из нас уже знает фразу, что Бог создал человека по своему образу и подобию, следовательно, вы можете иногда ставить себя в каких-то ситуациях, в положение, в котором вам легко будет понять, почему мироздание поступило так или иначе. Как я уже говорил, я искал очень много, скажем так, представителей женского пола, которые мотивируют на какие-то достижения, на какие-то результаты. И вот одна из таких девчонок недавно мне заявила: «Хочу вот такую-то, такую-то машину». Я подумал, ну, для себя мне, в принципе, особо не надо, но чтобы человек был счастливый, думаю, ну, значит, мы там посчитали, сколько это стоит, я подумал, ну, в принципе, я думаю, там, в течение месяца, полтора, в принципе, сделаю тебе эту тачку, там, мозгами заработаю. Вот. У меня просто такая ситуация, что если сильно что-то хочу, я очень быстро нахожу откуда-то деньги, причем вообще на таких вот замысловатых вещах, до которых, ну, мало кто вообще додумывается. Например, какие-то роботы там на коленке там создал, написал там таких роботов, что я потом сам охереваю, что я такие, как я вообще такое сделал. Ну, да неважно. Я о чем сейчас хочу сказать. Вот мы поставили уже цель, я уже к ней шел. И тут она говорит: «Ой, слушай, а я вот сегодня с супермаркета выхожу, и у меня вот столько сумок было, а там еще дождь пошел. И как, короче, меня какой-то чел прокатил на какой-то там Ауди. Все, я теперь поняла, я Ауди хочу». Я такой: «Ладно, Ауди, сколько она стоит, давай выяснять, давай смотреть». Потом херак, еще там что-то проходит. «Ой, не, я уже Ауди не хочу, я хочу вообще какую-то третью тачку». Честно, я посмотрел на это, и у меня возникла такая эмоция. Думаю, да не пошла бы ты вообще нахуй со своими машинами, блядь. Вот честно, не пошла бы ты вообще нахуй. 7 пятниц, блядь, на неделе. Сегодня одна. Как мне, блядь, за тобой уследить, что ты хочешь? И здесь очень важный момент, поскольку я уже говорил, по образу и подобию. Жопа сносная. Это не у тебя, ты можешь не радоваться, у тебя там костлявая. В общем, по образу и подобию. И поставив себя в ситуацию, в которой вот это мироздание, вот сами задумайтесь, а как оно будет поступать, если я 6 лет назад говорил, я в Голливуде хочу сниматься. Годик помечтал, там, 2-3. Ой, не, я не в Голливуде хочу, я хочу вот это делать. Ну, там, я не знаю, какую-то вторую деятельность. А потом, нет, вот хочу, короче, чтоб отношения были. Ой, не-не-не, отношения не надо, хочу вот много, чтобы у меня было секса. Ой, не, секс не надо, мне надо много роботов, чтобы я делал. И вот так вот, прикиньте, там где-то чувак, который, в принципе, за это все отвечает. Ну, по сути, создатель, да? То есть для этой девчонки, по сути, я был создателем ее каких-то ресурсов. Я зачастую в отношениях, будучи, я покупал девчонку дорогие подарки. Там, айфоны это вообще там последний. Это даже в счет не входит. Само собой разумеющееся. Вот. Выходит новый айфон, если я в отношениях, я всегда покупал. То есть нормально. Даже себе, мне, я вообще BlackBerry обожаю по жизни. Ведь все айфоны сенсорные, честно. Чисто из-за того, что здесь идут все проги. Ладно, я распыляюсь. В общем,
Сами подумайте. Вот что там должно твориться, когда у вас 7 пятниц на неделе? Да он точно так же, или оно, или они скажут: да пошел ты нахуй со своим Голливудом, да пошел ты нахуй со своим вторым, и с третьим, и с пятым, и с 18-м. О. А, ладно. Зрители и канал, и тема поднятая важнее каких-то жоп. Даже вот этой. В общем, вы поняли суть. Поэтому, вывод. Я же рассказал, как не надо. Так вот, а как теперь надо? А надо не только перманентную цель иметь, которая не меняется, не колеблется и долго содержится. Мать моя женщина, это вообще пиздец. Вот. Не только вот это, а еще и вести себя так, как будто эта цель у вас уже есть. Она у вас в кармане, она у вас достигнута. Вот это второй секрет. Там есть фраза. Вселенная — это официант, который приносит вам блюдо только тогда, когда вы уже им наелись и кайфанули. Вот. То есть, когда официант смотрит, что ты какой-то злой, что ты голодный, он тебе не принесет. Как только ты уже как бы: а, да, я кушаю эту там, какую-то там треску. Вот он тогда: а, все, он уже кушает, значит, я ему выношу, чтобы он и правда это уже кушал. Вот так это действует. У меня все. Тема, на которую я хотел сейчас в этом видео поговорить, я поговорил. Всем спасибо.